сначала, когда я вообще хотел сюда поступить, я не искал все по интернету. Я просто был в соседнем лагере и это все узнал. И так я сам захотел поехать. У меня просто дедушка военный, я по его степам хочу. Сначала говорили, ну, может, не надо ехать туда, в обычный лагерь. Но я их уговорил. Почему именно? Ну, потому что мне не нравятся обычные лагеря, а их скучно там побегать, попрыгать, а тут военная подготовка все-таки.